Ребятки, привет! С вами снова мы, Алена. И я, Серега. В Берлине капец. В Берлине ужасно жарко. Сейчас мы едем сейчас вот на метро. Решили все-таки выдвинуться куда-то и искупнуться, потому что ужасно жарко. Покажем вам сегодня. Сегодня еще одну из возможностей, где в такую жару можно охладиться. С прояснениями. Сегодня осадков обещали. Ночью будет плюс 23, ясно. Ну, ночью немножко посвежеет, будет плюс 23. Так что оставайтесь с нами, мы покажем вам Штрандпарк. Вот остановка называется Бойсельштрассе. На кольцевом мы доехали на С-42 до сюда. Вот так сразу предупреждение. Пляж полный, пожалуйста, ложитесь на лужайке. И сейчас 7 часов вечера, вот посмотрите, вот такую очередь нам надо отстоять, чтобы попасть туда. Вот здесь стоит столик, на котором мы должны заполнить бланки насчет коронавируса, внести свои даты, что если у кого-то тут окажется корона, чтобы людей могли найти и протестировать. Вот это вот, как бы вот это озеро, Фрайбад, Плёцензе, это как бассейн на открытом воздухе, озеро, мы все еще стоим в очереди. И вот кого интересуют цены, билет на весь день 6 евро, инвалидам, там потом всяким учащимся и так далее 3 евро. Хотя здесь открыто, кстати, до 10, поэтому многие люди приходят попозже. И здесь еще вот такая дровинка, надо немножко пройтись. Нас, кстати, пометили, и мы теперь имеем право находиться здесь до 10, но купаться можно только до 8. Здесь тоже такое небольшое, как бы, заведение. Здесь можно пострелять из лука, вот смотрите. В следующий раз можно будет пострелять 5 евро 20 минут. Мы в следующий раз обязательно постреляем, покажем вам, что из этого вышло. Здесь происходят тоже, показывают всякие театральные постановочки. Здесь у нас вот шкафчики, где можно оставить свои вещи, переодеться. И там еще такой небольшой испанский барчик. Вот смотрите, уже лужайка. Здесь уже люди лежат вовсю, как бы. Но мы пойдем вон туда, к пляжу. Вот и пляж, ребятки. Довольно-таки неплохо, я вам скажу. Здесь вот все песок засыпан. Писала, что пляж полный, но, наверное, шильд выставили давно, поэтому как бы не совсем актуальная информация была. Смотрите, какой огромный пляж. Прикольно. А вот там даже вот можно заплывать. Там всякие горки. Класс. Офигенно. Пойдем переоденемся и нырнем. Здесь же можно перекусить что-то. Также вот как бы ресторанчик небольшой. И сзади люди играют. Пляжный волейбол. Этого спасли прям в майке. Девочки тут отдыхают на диванчике. Колонки везде. Тусничок. Смотрите, огонь горит. Прикольно. То есть здесь же происходят всякие вот дискотеки, парки и так далее. Народ уже тусит вовсю. Люди как бы вообще отдыхают, развлекаются. Там на той стороне бесплатный пляж, но там вообще полно, смотрите. Пиццу здесь делают прям перед вами. Свеженькая вот. Stein Offen. Итальянская пицца. Здесь люди уже дошли до кондиции. Вот как паренек там танцует. Боксы стоят. Лодочки. Классно, прикольно, тусняк. Мы снимаем их, они снимают нас. Сейчас подойдет охранник, и опять мы получим свистулей. Ну все, скупнулись немножко, водичка такая, скажем так, неплохая. Ну, мы пришли познавательно, сейчас пойдем посмотрим, что там происходит на баре, где в стороне, там, где дискотека для вас. И сейчас заново включимся. Че, искупнулся? Да, конечно. Так, сама водичка. Наслаждение просто за весь день вот такой жары и духоты, просто супер, как в раю. Ты бы порекомендовал людям сюда приходить? Конечно, многие города в Германии даже никогда не узнают, что в Берлине есть столько всяких замечательных мест, и все для нас. Чем дальше в лес, тем больше дров становится. Позже народ раскрепощается, тусят. Тут вообще прикольно.
шампанский бар чисто. Приземлились здесь на лужаечке, взяли вот там вот в испанском баре пивка испанского Сан-Мигель, и я взяла себе вот сангрию, посидим немножко, послушаем небольшой концерт, все это происходит прямо здесь на пляже. Где? Напьется сейчас пьяный. Сейчас он, ну, напьется оса. Я с осой попробую глоточек. Da waren ja die Damen schon fast ein Stück besser als die Männer. Und weil es so schön war, alle gemeinsam für das Primetime Theater jetzt! Справляем вторую волну, корону. Вечер, ребятки. Да, есть плюсы и минусы. Кому-то здесь вот уже похорошело. Скорая приехала. Кто-то это... перебрал. Это Берлин, детка. А теперь начинается представление. Мы будем выбирать мисс Веддинг. Это у нас мистер Ганновер. Опа! Meine Co-Moderatorin, die reizende Uschi Sonne auf die Bühne, bitte! Hey, ну это, конечно, красотка. Это Uschi точно. Это у нас мисс Веддинг прошлого года. О, какая! Зубы хорошие. Иначе бы такую попку не наела. Кронен-бомбон, о, это вторая, это тоже Стелла, мисс Веддинг. Потом здесь у нас еще вот такая Натали, одна из Бранденбурга. Роня, о, какая, о, какая настоящая немка, чистая Рика. Ой! Ну, еще одна. Одной не хватает, еще одна. Ой, тирусик еще вот такой у нас есть. Но это лучше всех, конечно. Вот отдыхаем, наслаждаемся шоу. Подъехала полиция. Кого-то забирают. Вот смотрите, здесь уже кто-то дотусил. Там вон везде полиция. В общем, говорят, что кто-то утонул. Солнце зашло. Полиция подошла, везде подъехала. Классное озеро, нам понравилось. Мы приедем опять. Ну что, ребятки, вот мы покидаем этот пляжик. И что мы вам о нем скажем? Что мы вам скажем? Очень было даже неожиданно приятно. Освежились, попробовали напитки испанские, посмотрели концерт, театр. Остались очень довольны. Ну что, полный позитив? Да, то есть мы рекомендуем по-любому Плёцензее, вот пляж на Плёцензее. Ссылочка будет в описании. Сюда можно сходить. Да, ссылочку в описании. Ну, а в следующий раз мы попробуем что-нибудь другое. Как обычно. Оставайтесь с нами. Пока-пока. Пока.